Лайма Вайкуля все чаще и чаще высказывается о политической ситуации в мире. В своих интервью она нередко делает выпады в сторону России, чем возмущает общественность. Одно из последних заявлений исполнительницы хита «Вернисаж» вызвало шквал критики. Певица высказалась о монументах воинам Великой Отечественной войны. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего памятник нужен, я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет, заявила она. На едкие слова остро отреагировала Мария Захарова. Политик утверждает, 69-летняя певица переходит все мыслимые границы морали. По мнению дипломата, подобными высказываниями артистка бросается не просто так, всему виной либо необразованность, либо ненависть. Лайме Вайкуле мало прошлого успеха, пошла на новый рекорд неадеквата, заявив, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально, прокомментировала госслужащая. Политик считает, Лайма Станиславовна не до конца понимает значение слова, потому относится к монументам и стелам, воздвигнутым в честь воинов-освободителей, с долей легкомыслия. Мария Захарова в личном телеграм-канале постаралась донести свою точку зрения. Дело в том, что подсказка содержится в самом слове «памятник». Оно произошло от памяти, а не художественной ценности. Людей, которые сносят монументы, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами. Ну и говорить о том, что мощнейший и яркий памятник воинам Советской Армии, освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности, может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом, заключила дипломат.